Всем привет, продолжаем играть в Властелин колец битву воинств. Значит, здесь я сразу не заметил. У нас дело в том, что вот эта компания, она не РПшная. Вот. Ну, я подумал, ну и фиг с ним. Разочек сходим, посмотрим. Да, вот написано, это не ролевая компания. Ну и хрен с ней. Просто хочется чего-то нового уже. Чего-то необычного. А вот эти вот воссоздания славы я уже просто не могу в них играть. Так, в общем-то, событие неплохое. В принципе, но оно продлится еще недолго. Еще 4 дня. Получается. Поэтому, скорее всего, не получится все награды забрать там. Ну и хрен с ними. Ладно, что у нас здесь сегодня? О, лук. Отлично. Отлично. Для Гильгалада на покраску. В принципе, пойдет. Ух, ё, 33. Ну, это все, это добрались до моей экономики, получается. Да. Забирают и бросают плитки. А это значит, что... Игра наша здесь закончена. Я не буду в очередной раз апать опять экономику, опять эти плитки захватывать. Ну их нахрен. Уже второй раз. Причем, как бы, где ни бери, все равно доберутся до них. Ситуация вот такая. Ну вот, как видите. Сражаются против Изенгарда тут фракции, но толку. Поздно, поздно это все происходит. Очень поздно. Даже эльфы уже могут нам как бы накидать. Они нас продолжают давить. Вот, я немножко тут сопротивлялся им, но... Так как общий интерес к игре упал за зло. О, да и вообще аккаунтов у меня многовато. Я считаю. В общем-то, сегодня, как вы уже поняли, наверное, я буду ругаться на Зегрида. Так, а, кстати, вопрос в том, смогу ли я сделать испытание. Ой, не испытание, а сердце героя. Оу! Ну, вообще, да. Хотя тут могут вот эти вот гаденыши помешать. Спокойно могут помешать. Надо попытаться добраться до дракона. Любыми силами. Надеюсь, не очнутся. Ладно, забираем. Забираем всю эту ерунду. А что мне тут по испытанию осталось? Покупки на рынке как раз, да? Ну вот еще вот это вот куплю дело. Думаю, будет нормально, да? Сейчас мы перекинем немножко зерна. Вот, поэтому с гильдии, наверное, которую я сейчас состою, я вылечу. Да, в принципе, я собирался дальше идти в соло или забивать на этот аккаунт одну из двух. Вот, как бы сидеть еще ждать, набирать народ, чтобы потом попасть под вот такую ситуацию, где Изенгард мстит варьягам или что-то в этом духе происходит. В общем, тут... Какие-то свои терки, я так частично читал чат. Тут не все так просто. Так, в общем, ладно, погнали. 6 минут. Я очень надеюсь, что никто не припрется и не помешает мне. Желательно ангмарцы. Хотя в любом случае, опять же, пофиг, наверное. Так, в общем, касательно отчетов. Ну, это я показывал. Значит, первый отчет, которым я недоволен. Возможно, здесь, конечно, у меня армия неправильная. Скорее всего, потому что снайперы сами по себе не лучший выбор. А, они еще не вкачаны у меня, да? А как так вышло? Не доследи, ладно. Тогда вопросов у меня еще меньше стало. Но все равно... Все равно, как бы, 76 тысяч, и то, как бы, даже 2000 из этого, это по своим.
и 10 тысяч юнита. Ну, ладно, будем говорить так, что 16 тысяч где-то. Не 16, 12 тысяч. Вот, а Гэндальф нас тут зарядил вообще просто капец. Ну, как бы, да, разница в шмоте. У меня не крашеный шмот. А у Гэндальфа вот такой. Но это еще ладно. Далее есть вот такой отчет. Ну, Халдун против Гильгалада, да, он неплохо себя показывает. Даже без преследования. Вот, это известный факт уже. Далее вот такой отчет. Опять Зегрид сдох. Ну, как бы... Просто, если я, допустим, Гильгаладом нападаю на какого-нибудь Двалина, он без преследования может там вплоть до того, что полморды мне оторвать. А здесь просто поцарапал Зегрид. Казалось бы. В общем, не нравится мне Зегрид. Не знаю, что-то как-то такое себе. Вот еще отчет против Гэндальфа. Да, я, конечно, сам... Не идеально подбираю войска и все в этом духе, но все равно. Вот еще Гильгалад, пожалуйста. Просто сдох. Ну, тут Гэндальф, понятно. Отхватил. У Кхалдона. И вот такой отчет еще. Тут тоже Готмак отхватил. Ну, тут Гэндальф, видите, да, какой? Как бы... Заряженный, скажем так. Немножко он заряженный. Попался кит. Вроде бы никто не торопится мне мешать. Что, в принципе, весьма неплохо. Надеюсь, я смогу набить. Хотя бы забрать награды и все. Вот, ресурсы сейчас, понятное дело, уже не вырабатываются особо. Сейчас все на усилениях отряда держится. Но это вопрос времени. Вот вылечу, и того не будет. Можно, как вариант, поиздеваться над ангмарцами. Взять, короче, просто снарядить кучу армий. И забрать, вообще, максимальное количество плиток. Неважно каких. Единичек, не единичек. Забрать, в общем, все, и пусть не чистят. Дать им фонд работы. Но, с другой стороны, так лень этим заниматься. Кстати, я совсем забыл испытания пройти. Угу. О, где же они есть? Интересно. Я даже не знаю. Давай что-нибудь посложнее. И все. Это все, что ты смог наколдовать, Арагорн? Угу. Просто наверх поднял, и все. Так, а вот сейчас я что-то как-то упустил. Да. Ну, ничего страшного. Он бывает иногда бракуется, это дело. Наверное, всех уже задолбали, да, эти испытания. Те, как по мне, пусть лучше хоть они будут, чем вообще ничего. Так, ну все, остальные две можно заруинить. Так, ну все, можно атаковать, в принципе, дракона. Ну хотя бы с драконом Зегрид справится, я надеюсь. Хотя бы здесь он не накосячит. Так, смотрим. О боже, то нет, только не это. Пожалуйста, только не говорите, что... А, нет, подождите, я... Мне, короче, пока... Залось. Помните, в общем, баг был? Ну, короче, как-то опять баговано, да? 262 тысячи. Ты можешь в ПВП столько наносить, а? Короче, странно как-то.
Ладно, урон-то хоть засчитывается. Я просто помню, когда баг был. Не, нормально все. Помните, да, когда был баг и сколько ни бей, там урон как-то криво засчитывался, и он не вычитался в итоге. А в значениях писало там вообще миллионы целые. Так, в общем, ладно, я закрыл дракона. Давайте немножко покрутимся. Так, давай, мне нужна синяя экипировка, моя любимая. Ну, почти. Ой, да хватит мне эти колокольчики. Не хочу больше. Так, в общем, ладно. Здесь пока что все. Так, на долгобете у нас вот такой расклад. О, Ангмар забрали у Гондора. Молодцы. Регион. Значит, тут у нас гномы уже сражаются против Рохана. Так, а где у них хоть форты? Ну, это вот их плитки. А здесь уже Рохан. В общем-то, да. Нас очень мало, нас оттеснили, получается, к черным вратам практически. Да не практически, а вот они, плитки уже роханские. Забавно. Тут район сделал. Мы, получается, закреплялись где-то вот здесь, что ли. Короче, отсюда они нас выбили, нас очень мало. У нас такой чисто сезон отдыха сейчас, по большому счету. Сражаемся больше по фану. Надо будет, кстати, тоже 300-ку, наверное, забрать. Я до сих пор не забрал 300-ку, потому что мне все равно. Так, в общем, по отчетам. Так, Халдун против Арагорна. Такие себе тут противники попадаются, конечно. А, есть вот такой отчет. Даже посланец убил Арагорна этого. Хотя не должен. Посланец против Элвин. Ну, здесь плохие войска были. По-моему, я эти отчеты показывал. Да, и Теоден добил. Ну, Теоден такой себе, он сам чуть не сдох. Первого уважения. Далее, Халдун против Теодена. Ну, здесь плюс-минус равный бой. И вот такой Теоден. Ну, опять же, у меня тут Т2 юниты стояли. Я сейчас коплю на главный зал, надо главный зал 10 сделать. Двалин против посланца. Да, Двалин проиграл посланцу, хотя не должен. Но тут такой Двалин, что сами видите. А, еще есть вот такой отчет. Фарамир. Вот, еще есть люди, которые всерьез используют Фарамира. Накрасил тут шмота. Ну, ему это почти помогло. Смотрите, какие тут есть киты. Это второй сезон только идет. Второй сезон, пожалуйста. Уже с Арагорном королем людей ходят заряженным. Хотя кого я этим удивлю? Я думаю, каждый видел таких китов подобных. Так, сердце героя. Есть ли поблизости? Да, да. Вообще замечательно, просто шикарно. Так, ну, понятное дело, в первую очередь надо это выполнить. А потом уже все остальное. Все, посылаем домой тогда Монастак. И вперед. Так, ну и в общем-то все. Просто погнали. Сколько? 15 минут, правда, будут идти. Это довольно долго. Ну ничего страшного, мне торопиться некуда. У Гримы, кстати, еще там войска, да? Надо бы немножко пиратов подраздушить, вот этих больше взять. Да. А только Халдун не может. Против дракона же пираты нормально работают, в принципе.
Тут не совсем моностак, конечно, получается, но пусть будет так. Кстати, тут правильный вопрос задали. А почему у Гондорца Т4 Арнера? А? Или он откуда-то из испытания, что ли, скинул? Как это вообще? Так, ну что, посланец? 192 тысячи. Ну, пойдет. В принципе, ладно. О, кстати, я совсем забыл пройти вражду здесь. Так, Горбак. 257. Нормально. Так, Халдун. 260. Он тоже пойдет. Да, пираты большую часть урона накидали. Но оно и понятно, в принципе. Пока не начал корсаров нанимать, пусть отрабатывают свой хлеб. Ну, осталось всего один удар сделать. Так, ладно, погнали. Подкрываемся немножко. И сегодня, наверное, целых два раза обновлю советы. Так, дали лук опять. Союзные ниты дальнего боя, наносимый урон. В принципе, неплохо. В принципе, очень даже неплохо. Так, и что по советам? А это что такое еще? А, это ерунда. Короче, видел я эти сюрпризы, но... По сути, это говнище. Просто ресурсы. Хотя... Не такое уж и говнище. Но все равно могли бы что-то поинтереснее дать. Опять совет на короля-чародея. И опять требуется нежить. Нет, нет, нет. Кхамола я покупать не буду. Спасибо, не хочу. Практически полностью бесполезный командир. Так, ладно. За 200. Кейса нету, к сожалению. А вот инк хамул. Два орка требуется. Подождет. Пьяница. Ладно. Кузница — это всегда хорошо. И еще кузница. Вообще замечательно. Блин, командиров не хватает. Ладно, сейчас кто-нибудь вернется назад. Как-то не хватает командиров. Такого не бывает. Мне надо поставить кузницу. В прошлый раз неплохо так насыпало. А даже с 1% голд шмотка. Ладно, за 400 что у нас? Кейса нету, к сожалению. Это я сделаю потом. Опять пират. Опять пират тоже сделаю. Курван. Нежит требуется, не сделаю. Юсра. Что-то как-то за 400 такое себе. Ладно, в любом случае, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До встречи.